Так, двигаемся дальше. Следующий блок будет у нас с нашей организационной информацией. Это место встречи, время, стоимость и информация о группах. Добавляем следующую строку. Это делается с помощью вот этого вот плюсика. Также выбираем количество колонок, на которые нам надо разбить. У нас там с вами, если мы помним, 4 элемента. То есть у нас будет с вами 4 колонки. Поэтому мы здесь выбираем вот этот уже готовый вариант. И вот таким образом разбиваем. Далее. Вернемся здесь кнопочкой назад. Какой аддон мы будем, какое дополнение мы будем с вами использовать для создания вот этих вот блоков. Этот аддон называется Future Box или блок с преимуществами. Вот так вот он выглядит изначально. Но мы сейчас будем с вами его немножко приводить в порядок. Во-первых, нам нужно с вами поменять иконку. Здесь у нас иконка сейчас в виде кубка, а нам надо иконку геолокации. Сейчас мы ее найдем. Так. Сейчас я ее буду так очень долго искать. А нет, в принципе, вот нашел. На будущее, конечно, все это визуально ищется. Подбираются эти иконки, либо запоминайте название, либо map, либо маркер, и когда вам надо найти, вы просто здесь можете написать на английском языке, допустим, маркер, и уже вам подсвечивается иконка, вы просто ее выбираете и все. Но это на будущее, если вы будете часто использовать одни и те же иконки, вам это понадобится. Далее мы с вами должны установить размер ее. Пусть это будет какой-нибудь 60 пикселей. Дальше нам нужно с вами указать заголовок. Заголовок у нас место встречи. Я его скопирую. Ctrl-C. И здесь вставлю. Так, далее. Заголовок у нас будет H3 элементом. Пусть так и останется. Дальше шрифт мы менять не будем. Следующая настройка – это расположение иконки либо до заголовка, либо после. Оставим после заголовка. Также можно до заголовка поставить, но у нас с вами после заголовка. Следующим пунктом у нас идет размер шрифта нашего заголовка. Давайте сделаем 23 пикселя. Далее мы сделаем с вами толщину шрифта. Это делается вот в этих настройках. Толщину шрифта мы зададим с вами light. Даже не light, наверное, а норму немножко потоньше, чтобы был. И так, наверное, и оставим. Так, давайте изменим цвет. Цвет мы с вами сделаем. Я не буду сейчас смотреть, какой цвет у меня использовался на том сайте. Давайте все будем делать немножко на глаз, чтобы нам быстрее это все, весь процесс создать. Весь процесс создания сайта пройти быстрее. Давайте сделаем черный цвет, пусть так будет. Далее, нам надо с вами задать расстояние между заголовком и иконкой, и между заголовком и основным текстом. Это задается в настройках вот самого заголовка, то есть внешний отступ заголовка сверху и внешний отступ заголовка снизу. Вот этими ползунками мы можем регулировать. Сделаем где-то 21 пиксель. И здесь давайте сделаем тоже равномерно. Наверное, даже давайте сделаем побольше пикселей 30. Сделаем вот так вот. Дальше, что мы еще забыли сделать? Мы забыли поменять цвет иконки. Цвет мы сделаем тоже с вами. Даже не черный, а есть такой вот цвет на английском языке 1E, 1E, 1E. То есть он и не черный, и не сильно светлый. Далее, нам надо с вами поменять текст. Текст у нас меняется вот в этом визуальном редакторе. Собственно, вот этот визуальный редактор, который мы с вами устанавливали. С помощью него вот также можно настраивать очень гибко текст. Особенно это актуально в бесплатной версии конструктора, так как там отсутствуют многие настройки.
скопируем вот этот вот текст «Администрация Анапы у центрального фонтана. Место встречи». Возвращаемся в редактор и просто мы здесь выделяем и Ctrl-V на клавиатуре вставляем текст. Дальше. Давайте настроим его. Размер шрифта мы оставим как есть по умолчанию. А вот размер шрифта давайте сделаем где-то 300. Это будет как раз таки вот тонкий шрифт. Light. Но здесь он именно в таком формате указан. В значениях 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700. Соответственно, 700 это очень толстый, а 100 это очень тонкий. Мы сделаем с вами 300. Тем более тут особой разницы нет у этого шрифта. Так, мы с вами сделали настройку одного блока. Теперь что нам нужно сделать? Во-первых, мы сохранимся, чтобы у нас изменения применились и не потерялись. Далее мы с вами просто дублируем этот блок 4 раза и раскидываем его по соседним колонкам. Берем вот этот крестик. Сразу хочу сказать на будущее, что таким образом очень быстро можно создавать страницы, когда вы настроите какой-то блок, а его еще нужно настраивать, ну еще соседние блоки такие же, да, допустим, однотипные. Это касается блоков, строк. Вы достаточно настроить одно дополнение и потом просто его дублировать. Вот есть кнопочка клонирования дополнения. И потом просто его растаскивать и потом просто менять значение. Это очень упрощает работу, чем, допустим, создавать дополнение с нуля и снова прописывать все размеры, все цвета, все отступы. Это очень долго. А таким образом это все делается намного быстрее. Давайте сразу изменим второй блок. У нас здесь с вами что? Время и начало экскурсии. Я это все скопирую. Вам это, наверное, придется написать от руки. Или же я вам потом дам ссылку на этот сайт. Вы можете ее, кстати, наверное, я ее оставлю над видео. Вы просто перейдете по ней и сможете спокойно уже брать и копировать информацию с сайта. Ставим сейчас текст. Забыл поменять заголовок. Заголовок у нас будет время. Время. И иконка у нас песочные часы. Я вот не помню, как правильно эта иконка пишется. Придется сейчас ее искать вручную. Так. Там должно быть много часов. Примерно с разным количеством песка. Так, вот они. Так, иконочка у нас вроде вот такая. Все, иконку я указал. Следующий. Не забываем сохраниться. Следующий блок у нас это стоимость. Стоимость я скопирую. Идем в редактор. Пишем. Так, стоимость. Стоимость. Далее сразу вставим текст. Ctrl-A, Ctrl-V. Далее нам надо с вами поменять иконку. Иконка у нас в виде рубля. Тут проще. Пишем вот так вот рубль по-английски. И нам выдает сразу иконку. Иконку мы с вами поменяли. Сохранимся на всякий случай. Идем в редактирование последнее. Последняя иконка у нас группа. До 15 человек. Можно с детьми 5+. Так. Пишем здесь группа. Опускаемся в редактор. Выделяем. Ctrl-V вставили. И сейчас поменять нам нужно иконочку. Иконка у нас в виде группы людей. Так. Сейчас мы ее должны где-то здесь увидеть. Так, группа людей. А вот она, скорее всего. Выбираем. Все, иконку мы установили. Вот так вот мы с вами быстро создали этот блок. Единственное, нам нужно сейчас с вами еще настроить отступы, потому что здесь есть расстояние. И давайте зайдем в настройки строки в стиле и укажем здесь 100 пикселей. Отступ сверху.
И отступ снизу у нас по умолчанию 150 пикселей. Давайте сделаем. Давайте оставим таким же. Таким же и оставим 50 пикселей. Что еще хотел сказать? Здесь у нас с вами фон немножко другого цвета. Здесь не белый фон. Вот белый здесь, а здесь не белый. И мы сейчас поменяем этот фон. Давайте я скажу точный цвет. Я сейчас посмотрю себя на готовом сайте, чтобы быть точным. Скопирую его и сюда вставлю. Вот такой вот здесь фон. Смотрите, ставится решетка, потом F2, F2, FA. Набирается это все на английском. Ну, раскладка клавиатуры должна быть английская. И набирается этот код. Так, мы с вами сделали этот блок. Давайте сразу же сделаем следующий. Добавляем новую строку. Добавили. Сразу же идем в настройки. И давайте сразу же в стилях вставим тот же цвет, который мы с вами использовали в первой, в этой строке, в этом блоке. Так, добавили мы с вами цвет. Далее нам нужно нажать сохранить и посмотрим, что у нас идет дальше. Дальше у нас идет с вами информация о том, что это за экскурсия, кто будет экскурсоводом. И нам ее надо тоже будет с вами разместить. Так, я скопировал текст. Возвращаемся на наш редактор и вставляем дополнение текстовый блок снова вот сюда. После этого мы вставляем скопированный текст. Вот он у нас появился. И сейчас нам нужно его с вами немножко будет настроить, потому что там шрифт крупнее. Так, шрифт крупнее. Сделаем выравнивание. Так, выравнивание пока трогать не будем. Мы сейчас с вами зададим ему размер. Размер у нас будет примерно 35 пикселей. Так, сейчас я подниму. Так, 35 пикселей. Высота строки у нас будет пикселей 50. 50 пикселей. Нажимаем сохранить. У нас почему-то здесь с вами сохранилось... анимация. Странно. Так, сейчас я посмотрю код. Ну вот здесь оно сохранилось все полностью с того, перенеслось. Так, неправильно. Давайте, знаете, как сделаем. Я очищу сейчас форматирование. Потому что я скопировал. Так. Так иногда бывает, когда, допустим, копируете текст с какого-то другого сайта и переносится форматирование. Здесь оно тоже перенеслось. Но нам оно не нужно, поэтому смотрите, как можно правильно вставлять. Мы когда его скопировали текст с этого сайта, с примера, идем в редактор и вставляем не через Ctrl-V на клавиатуре, а правой кнопкой мыши здесь есть Past as Plain Text, то есть вставить как простой текст. Открывается окно, здесь можно также Ctrl-V вставить, стереть лишние пробелы и нажать Insert. Вот сейчас он должен был стать пустым. Вот видите, да? Нету никакого форматирования здесь, вот этого кучи кода. Все, теперь у нас текст стал нормальным. Сейчас мы можем задать ему... ну вот уже стоит размер и высота строки. Соответственно, вот видите, да? Высота строки регулируется. Далее мы выберем ему шрифт Open Sans. И мы сделаем ему немножко толщину. Толщину шрифта надо сделать меньше. Но здесь в настройках вот этого текстового блока дополнения нет настройки именно толщины шрифта. Чтобы выйти из вот этого вот положения, когда нет настроек, здесь предусмотрена вот в этом редакторе как раз таки возможность настраивать вот эти вот стили. Здесь есть кнопочка Edit CSS Style, то есть редактирование стилей. Мы ее нажимаем, и у нас открывается вот такая плашка, где мы можем с вами выбрать толщину шрифта. Вот здесь написано Weight, это вес
То есть вес шрифта. Мы открываем, и здесь у нас, видите, варианты. Также есть от 100 до 900. Но нам надо выбрать вариант 300. После этого мы нажимаем Apply, применить. И Update, обновить. Щелкнем вот сюда в поле, и увидим, что у нас текст стал тонким. Так же, как и на, здесь вот на сайте примере. Что мы еще можем сделать? Обратите внимание, что у нас имя и фамилия выделено жирным. Мы просто делаем выделение имени и фамилии. И вот здесь мы нажимаем просто bold. Все, у нас Светлана Иванова выделилась жирным шрифтом. После этого мы нажимаем сохранить, чтобы у нас с вами настройки все применились, все изменения. Дальше. У нас этот блок расположен по центру, то есть он у нас ужат. Если мы обратим внимание, как сейчас у нас на сайте это сделано, он у нас, ну, как сказать, на всю ширину получается сайта. Как сделать, чтобы он стал поуже? Для этого мы должны зайти в настройки вот этого дополнения карандашиком. И здесь вот во вкладке Advanced дополнительно мы должны сделать пользовательскую ширину дополнения. Мы ее включаем и можем здесь регулировать от 0 до 100. Вот видите, сейчас 100% у нас по всей ширине. Мы начинаем уменьшать, он у нас начинает сжиматься. И мы можем его вот уменьшить, и у нас получается, что текст тоже перемещается на новую строку. Давайте мы настроим таким образом, чтобы у нас он более-менее был вот по центру. То есть, ну, более-менее ужат. Сейчас я посмотрю, сколько точное значение у меня на примере. На примере у меня 73%. Давайте поставим 73, потому что я уже настраивал это дело и выравнивал. Так, 73%, но он у нас все-таки смещен влево. Как нам его сделать по центру? Причем по центру надо его сделать не так, чтобы он отцентровался, допустим, вот таким образом. Если вот я сделаю сейчас по центру, вот так, а именно чтобы было выравнивание по левую сторону, но по центру. Это делается несложно. Также в этом дополнении, во вкладке стили, здесь есть внешние отступы. Мы с вами пропишем 0 пикселей и снимем замочек, чтобы нам отредактировать уже в отдельности. И вот здесь получается, что справа мы пишем слово «авто», и слева мы стираем 0 пикселей, мы тоже пишем «авто». Это означает, что у нас справа-слева будет выравнивание автоматическое, и, соответственно, будет центроваться этот текст. Все, вот мы его отцентровали. Давайте теперь сохраним и посмотрим, что у нас получилось уже здесь на самом сайте. Вот таким образом он у нас с вами сейчас выглядит. Он у нас стал короче и по центру. Дальше, что нам еще нужно с вами сделать? У нас тут с вами вот такой вот, вот маяк расположен. Давайте поставим эту картинку также на этом блоке. Как это сделать? Нам нужно с вами создать новую строку. Здесь мы ничего с вами не заливаем, никакую заливку не делаем, никакие отступы, а добавляем сразу же дополнение image изображения. Просто его сюда размещаем. Здесь у нас вставляется сразу демо-картинка. Нам ее надо удалить и добавить сюда изображение, которое мы с вами загрузили. Вот это вот маяк. Оно уже вырезано из фона, оно без фона. Мы его выделяем и вставляем. Что нам нужно с ним сделать дальше? Нам нужно его разместить вот в этой части. Для этого нам надо выровнять его по правую сторону. И сейчас нужно его поднять кверху. Кверху мы его поднимаем за счет отступов. Заходим в стили изображения. Также давайте пропишем везде 0 пикселей. Потом замочек снимем и выставляем здесь, давайте попробуем минус 120 пикселей. Так, давайте попробуем сделать минус 200, даже 250 пикселей. Вот таким образом мы его подняли.
Так, можно же, в принципе, еще попробовать его немножко сделать. Давайте минус 270 пикселей сделаем. Ага, так. Давайте попробуем все 300. Вот так мы вот его подняли. И теперь нам нужно сделать, чтобы он был еще немножко правее. Для этого нам нужно вот здесь отступ справа сделать минус 10%. Вот 10% он отступил влево, а мы сделаем минус. Соответственно, он у нас смещается правее вот этого текста. Давайте сохраним наши изменения и посмотрим, как это будет смотреться на сайте. Все, вот у нас получилось, что маяк как раз находится между двумя блоками, по сути, и такой эффект наложения происходит. Ну, примерно как и здесь, так и здесь. Все, вот мы с вами сделали уже два, можно сказать, блока. В следующем видео мы будем с вами оформлять блок с программой экскурсии.